эту молитву 40 дней подряд, и она излечит ваше сердце от обид и раздоров, наполнит их нежностью и уважением, укрепит в верности и доверии. Эта молитва также привлечет на вас благословение Бога и заступничество святых Петра и Февронии, которые являются образцом супружеской любви и согласия. Подпишись на аккаунт «Миряне», чтобы не пропустить новые молитвы. Святые Петр и Феврония, чудотворцы и покровители Мурома, молитесь за нас грешных к Господу Богу и испросите нам все потребное для душ и тел наших. Веру, надежду, любовь, благочестие, мир, здравие и спасение. Исходатайствуйте у Царя Небесного, да услышит Он наш вопль и избавит нас от погибели. Оградите всех правоверных людей от всякого зла и исполните прошение наше ко благу. Да славословим неизреченное человека.